Всем привет, дорогие друзья, с вами Швейля, мы играем в Rebel Kingdoms. Не знаю, что игра из себя представляет, но мне она что-то напоминает. Ага, генерал Аландра Арея. Титан проходит через святилище, будем надеяться, что он ненавидит разрушителя так же, как и мы. Ладно, тут бесполезные, короче, эти. Но я понял, что это за игрушка. Вот разрушаешь, так базу нападаешь. Была Клэш что-то. Не помню. Я все равно напишу там в описании, можешь спросить, потом прочекнуться. Нападать это не его конек. Ох ты. Ну все, мы генерал Аландра Апрея. Че, блядь, за фигня? Че за название, блин? Окей, наша база, да, я так понял. Нужно построить производство, нужно построить хранилище золота. Да, мы сохраняем хранилище золота. Как раз хранилище золота начинает падать. Так, пропустить бесплатно. Значит, завершено. Теперь мы 2000 золота. Ты можешь добыть золото более слабых крипов. Эти, которые мы столкнулись, нет места слабым. Так, ладно. Добыть золото, значит, сражение, мультиплеер. Типа какое-то рандомное сражение. Ну, по сути, это сейчас мы играем в Threefold. По сути, мы играем с ботом. По-любому с ботом, потому что они... Ну, кстати, графика мне нравится, в принципе, такая, знаешь, не мультяшная, более реалистичная, на мой взгляд. Ух ты, надо было этого завалить. Первого. Бэмс, бэмс. Все, разлетелись. Так, нашего одного свалили, да? А это что такое? А, типа защита. А, тоже. Смотришь, как стреляет. Грандиозная победа. Продолжить. То есть, короче, мы идем домой. Мы добыли, как бы... Немного золота, опять что у нас? Атака и портал войск. 2 и 3. Ну, давай вот так вот. То есть из них будут войска прилетать. Это часть из портала войск, они смогут приносить больше войск. А ты можешь открывать новые войска, улучшив свои казармы. Давай спорт блокируется, пропусти бесплатно. И мы сейчас разблокировали арбалетчиков. Ладно, давай выбрать отряды. Че, арбалетчики, что ли, да? И вот так вот, нет? Два арбалетчика, то есть закрываем. Продолжает улучшать свой казан, чтобы открыть другие виды войск. Думаю, здесь ты сделал все. Продолжай совершенствовать, укреплять свою власть. Впереди всегда будут новые вызовы, битва. Еще главное, еще сразиться с еще одним соперником на карте. Давай. Открыть сейчас, давай-ка, редкий сундук усилителей. Усиляет по-любому сдвиг фазы. Купить еще один за 250. Да вот, еще показать. Так, нужно сразиться еще с одним соперником. Так, мы идем к карте, просто идем, сражаемся с соперником. Все на полном изи серьезе. Из игры престолов рыжего похож. Так, используйте усиление, поменять усиление. Че? Пошел в жопу. Так, мы сейчас поменять титана. У меня есть титан еще? Ладно. Кого мы уберем? Так, сначала нужно убить всех вот этих. Фига там, у меня арбалетчики-то помирают. Надо все-таки был ближний бой создать.
А то вот, ух ты. Ослабленный. Так, надо в этого мочнуть. А, вон еще арбалетчик, смотри. А, это один так стреляет в него. Ух ты, ё-моё. Блядь, надо. Руби пизда просто. Главное здание зато фигарю. Надо было с этой стороны начать. Бэмс, все. Осталось три болельщика, которые пытаются там что-то сделать. Подержу, чтобы перемотать. Ну, пусть посмотрим. Ох ты. О, осталось прям чуть-чуть, себе представляешь? Грандиозная победа. Я чуть не сдох, но. Грандиозная победа, говорит. Открыть сейчас, но... Сундук сокровищ. Ай, блядь, класс, что было. Так, боевой камень. Премиумс хаус. Премиумс хаус. Вот, получить 400 алмазов. Нифига себе у меня сколько. Хранилище заполнено. Бесплатно. Платный сундук отдать. А, блядь, нет, блядь, блядь. Ладно, а то мы чуть не посмотрели рекламу, слава богу, ее не было. Улучшить до второго уровня. 4 минуты. Так, что у нас? Окей, у нас почти полное хранилище, нужно еще улучшить. Так, что нам, например, они подсказывают? А, получить золото, пусть. А, мне максимум-то не нужно. 2000, да? А, ускорение пропуска бесплатно. Продолжить. Требует крепость второго уровня. О, полторашка. Что, мы улучшим. А бесплатно, да, пропустить бесплатно. О! Так, теперь нужно что у нас? Получить. Окей. Получить. Окей. И... разведать. Посетить игра с самым высоким рейтингом. Так, посетить. Вы действительно хотите его посетить? Давайте посмотрим самый высокий рейтинг. Yep. Что за пиздос нам? Yep, твою мать, блин. Вот это жесткий чувак. До него фиг доберешься по-любому. Это его вообще хранилище. Ну да, неплохо, неплохо, однако. Типа ты тоже будешь таким когда-нибудь в следующей жизни, когда ты скажешь кошкой. На-на-на-на. Что там, одержи 10 защитных побед. Ну это я не знаю, как защищают победы. А, постамент. Почему не постамент? А, выбери, набери на арене 500 очков чести. Это сколько? А, вот, это нифига себе доступ временный. Нифига себе, я и думаю, что-то вообще жестко. Они, видишь, и дают, а лучше шахту до второго. А, ну вот, вот эти вот нормально. Продолжить. А еще лучше золото улучшить. 3. Да, пропустить. Вот. До 3000. Теперь у меня денег вообще нету. И, кстати, нужно другие войска поставить. Выбрать отряд. Я манавр. Вот. Лучше вот это вот. 2. Вот так вот сделать. Так. А требуется крепость 3 уровня. Вот это 3 уровень, чтобы разблокировать. Что тогда? Сейчас мы сыграем атака. А, защитить свою крепость. Вот, не хватает стен. А, вон они что. Пополняй денежный запас. Производство. Произведи быстрее золото. Блять, опять шахты. Ну ладно, атаки.
А, отлично. Карта. Сражение. Еще одно сражение сейчас сделаем. Ну, в принципе, здесь только ждать, сражаться и бабосы зарабатывать. Все. Что будет? Clash of Clans, что ли? Не помню, как называется игра. Надо вот раздолбать именно вот эту вышку. С этой стороны. И как бы вот так вот на дальнее расстояние. Бам, все. Ты не слышишь меня. Я не слышу тебя. Так, у нас 200 наград. Давай, сражение. Вот еще у нас. Вот 3 человека. Сундук реликвии даже выпал. Серия из 3 побед. Так, использовать усиление, поменять. Не титана вообще не вижу здесь. Вообще не. Так, нужно только вот здесь вот по факту раздолбать и все. Изи. Изи пизи, лемон сквизи. Грандиозный победа. Сундук реликвий. Опять. Серия из 4 побед. Так, рейтинг плюс 9, если мы проиграем на 21. Ну, в принципе, это все вот эти чуваки, которые тоже, как я, начал играть. И они ушли, восвоясь. Все, никто тебе не сопротивляется, такое чувство. Все ушли в подполье. Ладно, продолжить. Ага, открыть сундучок. Сундучок откроем. Одержи 10 защитных побед. О! Я уже одержал 10 защитных побед. А, блядь. Нашли, что сказать. Потому что обрадовался. Королевство, тут громи и круши, тут всякие. Мураки, маракара. Так, по сути, как Clash of Clans, если честно. Да, по-моему, Clash of Clans. А нет. Да, или Clash of Clans. Тоже делаю, нападаю, ничего такого, как бы, криминального нет. Если хотите играть, я оставлю вам ссылочку в описании. На этом все, с вами был Швиля, до новых встреч, пока.